Добрый день! Здравствуй, страна! Здравствуй, город Кировск, Кировский район и вся наша Ленинградская область. Сегодня я хочу поднять очень важный вопрос, который волнует всех нас. Называется он «Муниципальное имущество». Значит, почти в каждом номере газеты «Ладога», газеты «Неделя» публикуются такие объявления, что КУМИ, Комитет управления муниципальным имуществом, сообщает нам об аукционе в электронной форме по продаже имущества, находящегося в собственности Кировского муниципального района Ленинградской области. То есть вот этот комитет, который управляет муниципальным имуществом, все время выставляет на торги земельные участки, сдает в аренду на 20 лет, на 49 лет, естественно, с последующим правом выкупа. Точно так же они сдают в аренду и помещения, которые считаются народной собственностью. А давайте установим, что такое муниципальная собственность, откуда она появилась у юридического лица, который называется у нас, значит, администрация города Кировска муниципального образования. У каждого имущества есть своя предыстория. Кто его сформировал, кто является его владельцем. Поэтому мы не поленились, мы делали запросы в нашу кировскую администрацию, чтобы выяснить, как было сформировано муниципальное имущество. Вопросы были разные. Я хочу коснуться только некоторых вопросов, то, что мы им задавали. Значит, мы просили копии инвентаризационного акта сверки по душевой книге с земельно-шнуровой книгой, заверенной надлежащим образом с указанием места хранения оригинала. Точно так же мы запрашивали копию акта передачи, где был перечислен у нас весь жилищный фонд, нежилой фонд, больницы, школы, жилищно-коммунальный комплекс, линии электропередач, теплотрассы, больницы, школы, котельные, здания судов, прокуратуры, здания МВД, парки, площадь территории, лесной массив, водное пространство, автовокзалы. То есть все имущество, что было передано с баланса СССР-РСФСР на баланс Российской Федерации. Ну и также запрашивали остальные документы, когда были открыты балансы и учеты, инвентаризационный акт сверки с похозяйственной книгой Российской Федерации, где указан учет населения, имущества и территорий. Вот такие четкие вопросы были заданы. Ответ мы получили. Нам ответил исполняющий обязанности главы администрации А.П. Шорников. То есть я все тоже зачитывать не буду, потому что это я уже зачитывала не один раз. Смысл ответа такой, что в архивный отдел администрации Кировского муниципального района Ленинградской области не поступали на хранение следующие документы, указанные в вашем обращении – а это ликвидационный баланс исполкома, учетные ведомости, инвентаризационный акт сверки по душевой книге, земельно-шнуровой книгой, акты передачи имущества с баланса СССР на баланс Российской Федерации, договоры цессии, документы, на основании которых были открыты балансы и учеты в Российской Федерации, инвентаризационный акт сверки с похозяйственной книгой Российской Федерации, похозяйственная книга Российской Федерации. Информации о месте хранения перечисленных документов не располагаем. Но это и понятно, потому что Российская Федерация ничего не получала, так как она является торговой корпорацией. Поэтому я хочу донести такую информацию для всех муниципальных служащих, которые работают в нашей администрации, что муниципального имущества у них нет и быть не может, поскольку сами они являются юридическим лицом,
И вот устав города, который они приняли и зарегистрировали в Министерстве юстиции Российской Федерации, этот устав никакого отношения не имеет ни к городу Кировску, ни к жителям, которые живут на этой земле. Этот устав касается только юридического лица, которое они учредили, и все соучредители, которые входят в это юридическое лицо, вот этот устав только к ним относится, поскольку они являются коммерческой организацией. Что такое юридическое лицо? Если мы посмотрим в экономический словарь, мы увидим, что это всегда коммерция, это всегда извлечение прибыли. Так на каком основании коммерсанты, а проще сказать в народе торгаши, завладев народным имуществом, обозвали его муниципальным имуществом и занимаются, значит, продажей земельных участков, сдают в аренду. Я считаю, что это торговля краденым, и все сделки, наступит время, будут признаны ничтожными. В конце концов, если они юридическое лицо, коммерсанты, то на общих основаниях, как все индивидуальные предприниматели, которые работают у нас на рынке, они должны идти на рынок и там продавать свои услуги, государственные услуги, муниципальные услуги, если кто-то захочет покупать эти услуги. Почему тогда коммерсанты, торгаши сидят в народных учреждениях, завладели народной казной, народным бюджетом под названием местный бюджет? Есть даже у нас главный распорядитель этого бюджета в лице главы администрации, который распоряжается народными деньгами. Я считаю, что здесь произошла подмена понятий. Если вы хотите заниматься коммерцией, то на общих основаниях должны это делать, а не пользоваться народным бюджетом. Значит, доказательством того, что не существует никакого муниципального имущества, я хочу зачитать для наших служащих, исполняющих государственные должности, замещающих государственные должности, указ от 31 августа 1991 года за номером 113 «Город Москва», который подписал еще на тот момент президент Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. Наверное, они забыли про этот указ, поэтому я его зачитаю и еще раз им напомню, что нет у них никакого муниципального имущества. Итак, этот указ звучит так. Называется он «О нарушениях законодательства РСФСР в вопросах передачи государственного имущества организаций и предприятий строительного комплекса РСФСР в муниципальную собственность». Это так называется указ. Содержание этого указа: в целях пресечения имеющих место в ряде территорий РСФСР стихийных процессов передачи государственного имущества организаций и предприятий строительного комплекса РСФСР в состав муниципальной собственности с последующей ее приватизацией в нарушении статьи 37 Закона РСФСР о местном самоуправлении в РСФСР, приводящий к дискредитации идеи формирования рыночной системы хозяйствования, разрушению сложившихся хозяйственных связей в системе этого комплекса, снижению эффективности использования производственной базы строительных организаций, постановляю впредь до разграничения государственной собственности считать государственное имущество организаций и предприятий строительного комплекса РСФСР, находящимся в составе федеральной собственности РСФСР, не допускать передачи указанного имущества в состав муниципальной собственности и приостановить действие решений, принятых по данному вопросу, с нарушением законодательства РСФСР.
И я считаю, вот этот указ ставит жирную точку в вопросе муниципальной собственности. У юридических лиц, которые ведут коммерческую деятельность, не может быть муниципальной собственности от слова совсем. Дальше. Еще раз хочу сказать, значит, вот это юридическое лицо, администрация города Кировска, их там, по-моему, даже не один, а два, а если будем перечислять все комитеты, которые у них там на стенде висят, они все юридические лица. Значит, поскольку устав их не зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации, а что такое Минюст РФ, мы тоже уже разбирали, это, значит, такое же юридическое лицо зарегистрировано в США, поэтому все они работают в финансовом интересе именно той страны, где они зарегистрированы. Еще раз хочу подчеркнуть, город Кировск и все жители Кировского района, которые живут на этой земле, никакого отношения к этому уставу не имеют. Этот устав для их внутреннего пользования, для учредителей и соучредителей. У нас у каждого юридического лица существует свой устав, поэтому утверждать о том, что у них есть муниципальное имущество, я считаю, это ложь и подмена понятий. Возвращаемся к Министерству юстиции. Тоже относительно не старая газетка, от 17 ноября 2022 года, «Проотрадная», где нас информируют, что для всех жителей Ленинградской области предоставляется безоплатная правовая помощь, которую будет предоставлять Главное управление Минюста России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Они подготовили целую программу по этой бесплатной правовой помощи для жителей региона. Что интересного здесь? Значит, вот это Главное управление сегодня позволяет обеспечить единое правовое пространство на территории Петербурга и Ленинградской области. Где находится их правовое пространство? Ну, поскольку они коммерсанты, юридические лица, их правовое пространство распространяется исключительно в экономической зоне. А там у нас работает торговое право и вексельное право. Однако же они убеждают нас, что для чего это они делают. Сейчас я вам скажу. Вот, главная задача, поставленная перед этим комитетом, вернее, перед этим министерством и комитетом, это защита конституционных прав и свобод граждан. И работа главного управления сегодня позволяет обеспечить единое правовое пространство, опять повторяюсь, на территории Петербурга и Ленинградской области. То есть они будут защищать конституционные права и свободы граждан. А когда это у нас коммерсанты защищали права и свободы граждан? У коммерсантов одна цель – это извлечение прибыли. А прибыль они извлекают из чего? Используя народное имущество, которое им никто не передавал. Двигаемся дальше. Нам здесь сообщают, что начальник отдела по вопросам регионального законодательства и регистрации уставов муниципальных образований. Вот они, где эти уставы. Они там у них зарегистрированы, все уставы городов. Но это уставы юридических лиц. Давайте не путать. Мы, народ, к этим уставам не имеем никакого отношения. Значит, какую помощь они собираются оказывать гражданам, которых у юридических лиц нет? У юридических лиц есть только учредители и соучредители. Так, еще одно направление – это регистрация некоммерческих организаций и контроль за их деятельностью. Когда они сами являются коммерческой организацией, они будут регистрировать некоммерческие организации и контролировать их деятельность.
Якобы нередко люди создают организацию, которая на бумаге занимается только волонтерством, а потом начинают зарабатывать на добрых делах. За такими видами мошенничества здесь внимательно будут следить. То есть одни коммерсанты будут следить за мошенническими действиями других коммерсантов. Дальше. Помимо этого, они будут заниматься правовой и антикоррупционной экспертизой всех нормативно-правовых актов, издаваемых органами исполнительной и законодательной власти. А где у нас исполнительные и законодательные органы власти, когда у нас везде юридические лица? Ребята, еще раз говорю, юридическое лицо – это всегда коммерция, извлечение прибыли. Итак, они участвуют во всех заседаниях законодательного собрания. Законодательное собрание – это такое же юридическое лицо, тоже зарегистрировано на Минюсте. Работа с поселениями тоже поставлена хорошо. Это наши союзники и партнеры. Ну еще бы, совместный бизнес, совместная коммерция. Посмотрите, что они еще нам предлагают. Они предлагают, значит, неделю бесплатной помощи. В понедельник будут консультировать представители нотариата, во вторник – специалисты отделения пенсионного фонда, в среду – представитель адвокатуры, в четверг – судебных приставов. А пятница будет посвящена общим вопросам. Вот такие бесплатные консультации предлагает нам Главное управление Минюста России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Так, значит, что еще у них в планах? Очень интересный план у них. В планах у Главного управления Минюста России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области также развитие юридических клиник, новое понятие клиники. А кто у нас в клинике обращается? В поликлинике и в клинике, юридические клиники центров оказания бесплатной помощи, при учебных заведениях, в регионе создадут свою базу таких мест, куда ленинградцы смогут обратиться за поддержкой в зависимости от места проживания. Итак, что мы имеем в сухом остатке? То, что кругом нас окружают юридические лица, которые ведут коммерческую деятельность, цель которых – извлечение прибыли, говорят нам, что они будут защищать права и свободы граждан. Но я считаю, что граждане к коммерсантам не имеют никакого отношения. Абсолютно никакого. Поэтому я вот что хотела бы сказать. Получается, что наши народные деньги, наша народная казна захвачена коммерсантами. Именно в руках юридических лиц находится бюджет местных средств. Я уже говорила, главным распорядителем которого является глава администрации города Кировска. У нас, по-моему, Ворожцова, да, глава администрации. А сам народ остался абсолютно без материальной базы, без средств производства. Поэтому я хочу сказать, самой главной ценностью является эта земля. Земля была отдана народу, как мы помним, в безвозмездное, бессрочное, вечное пользование. Есть более древние исторические документы, где также указывается, что правообладателем земли являются истотные славянские рода. А у нас, в принципе, все являются истотными славянскими родами. Так на каком основании торгуют землей, сдают ее в аренду, когда это запрещено? Поэтому я хочу сказать, на самом деле идет настоящая битва за землю. Что может получиться? Значит, людям разрешили приватизацию. Приватизировали, оформили в собственность.
мы даже не задумываемся, где зарегистрированы вот эти все, значит, объекты наши, в чьих они реестрах находятся. Дальше. За несуществующие долги банкиры будут отжимать эту собственность. И так постепенно у народа будут отнимать его землю. Давайте подумаем на эту тему. Нельзя торговать землей, потому что земля – это как матушка. Это все равно, что торговать своей матерью. Поэтому я хочу обратиться еще раз к председателю Комитета управления муниципальным имуществом И.П. Сычеву. Сычеву или Сычеву, извините, если неправильное ударение я поставила. Он с сентября приступил к этим обязанностям. А вот мне интересно, а бывший председатель этого комитета Куми куда подевался? Как-то интересно, что они поменяли председателя. Но ведь он тоже подписывал вот эти все постановления, нормативно-правовые акты по отчуждению народной собственности, народного имущества. Придется отвечать. Все эти сделки будут признаны ничтожными. Подумайте об этом. Новый председатель Куми, подумайте об этом, какие документы вы подписываете. Я хотела обратиться к нашей молодежи. Вот за эти 30 лет, последние, выросло уже почти два поколения, которые вот именно живут в окружении вот этих товарно-рыночных отношений, которым внушили уже с детства, что везде и за все мы должны платить. Они даже не знают, что все мы граждане СССР, а они тоже граждане СССР, являются долевыми собственниками. Поэтому нужно разбираться с этим. Все ипотеки, материнские капиталы, все субсидии, все пособия, пенсии, которые нам не платят, все эти средства финансовые, все с наших специальных советских счетов. Поэтому люди, которые постарше, объясняйте своей молодежи, что за всех за нас все давно уже оплачено. И все услуги безоплатные. И еще раз по Министерству юстиции. Мне никак не дает покоя Минюст Российской Федерации. Мы уже разбирали эту тему. Поэтому для тех, кто пропустил эту информацию, хочу напомнить, что в торговой корпорации не может быть юстиции от слова совсем, так как эта компания коммерческая зарегистрирована Минюст РФ ОГРН 103-773-966-88-34, на Дунси номер 68-353-1296. Молодежь не может этого понять, что в торговой корпорации не может быть никакой юстиции. Все юридические лица – это коммерсанты, и никаких прав и свобод граждан они не собираются защищать. Они все работают по торговому праву, а и вексельному праву – только извлечение прибыли. Благодарю.